Новый год – это лишь 365 поводов быть счастливым. Здравствуйте, с вами Юлия Черняева. Итак, что же ожидает всех нас уже совсем скоро, в грядущую новогоднюю ночь? Узнаем прямо сейчас. В Самаре на площади Куйбышева продолжает свою работу деревня Деда Мороза. Если вы еще не побывали в гостях у новогоднего волшебника, не заглянули в избушку Бабы Яги, в дом Василисы Прекрасной или в домик с имбирными пряниками и рукодельными сувенирами, поторопитесь. Деревня Деда Мороза будет ежедневно работать с 12 до 22 часов до 8 января. Вход в резиденцию дедушки свободный для всех, но запускать туда посетителей будут небольшими группами. На площади Куйбышева уже расположился ледяной городок и горка, работает каток. А 31 декабря здесь развернется невероятный праздник. Если вы планируете встретить Новый год на свежем воздухе, можно собираться уже к 10 вечера. На сцене появится 6-метровый Дед Мороз. Будут выступать танцевальные коллективы. Приедет группа Алексея Потехина «Поднимаем руки вверх». Также в программе гуляний, танцы и песни, выступления казаков, снежное шоу, поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. В час ночи 1 января состоится большой праздничный фейерверк. Обещают залпы продолжительностью 10 минут. Новогоднюю ночь общественный транспорт в Самаре будет работать в усиленном режиме. Троллейбусы номер 7 и 13, а также трамвая номер 5, 20, 22 и муниципальные автобусы номер 47, 23, 52, 24, 41, 67 и 34 будут ходить до 2 часов ночи. Сам праздник на площади продолжится до 3 часов ночи. 31 декабря будет работать также КИС-камера, обращенная к зрителям. Любой человек, попавший в объектив, сможет в прямом эфире оказаться на фасаде здания и стать частью представления. Счастливого праздника, отличного настроения, и пусть никто не будет одинок в эту новогоднюю ночь.